Ну, у нас эта игра последняя перед игрой с Грецией, с Боснией и Герцеговиной. Конечно, очень важно, во-первых, сыграться лишний раз игрокам, лишний раз собраться и поговорить о наших задачах, о наших целях, о принципах, о тактике. Конечно, влияет и поле, и стадион, но я не думаю, что у нас игроки настолько капризные, чтобы обращать внимание на то, что поле действительно не, скажем, не первой свежести, это второстепенно. Вопрос в том, что мы сегодня провели тренировку, она, в общем-то, носила такой подготовительный характер к завтрашней игре, и меня радует настрой, радует то, что игроки, у нас много молодых игроков, не очень опытных, они с каждым, скажем, месяцем, вот я их не видел 2 месяца назад, но они, видно, прибавляют и в уверенности, кто-то прибавляет в игровых кондициях. В отборочных матчах нам очень важно не только мастерство, но и сплоченность, и уверенность в своих силах, и в своих, и в силах партнера. Так что я, в принципе, вижу, что прогресс есть. И, конечно, не все мы собрались, не все. Нет Каспара Горкши, нет Александра Цауни. Это наши безусловные лидеры и такие игровые, и, что называется, в раздевалке. Причина футбольная, банальная, травмы. Конечно, это будет урон в нашей игре, конечно же. Я не буду кривить душой, эти игроки очень много значат, и Каспар сзади, и Саша Цауня в атаке, в конструировании нашей игры, очень важная фигура. Но постараемся обойтись без них, ведь и в отборочных матчах у нас будут, наверное, такие ситуации. Мы завтра можем смоделировать, что ли, игру без вот этих игроков. Мы вызвали Синельникова Алана и Максименкова Виталия, которые очень хорошо себя показывали в чемпионате Латвии, в матчах чемпионата Латвии. В принципе, мы уже приглашаем в который раз Артура Зюзина, который показывает очень хорошую игру и прогрессирует. Посмотрим. Мы, конечно же, кто будет играть, я вам не скажу. Сегодня, сейчас еще рано, мы выберем и поговорим с игроками. Но надеюсь, что дублеры займут уверенное место. И посмотрим, как это будет на деле. Я только хочу пожелать им уверенности в своих силах. Это самое главное. Результат игры он важен в каком плане? В плане уверенности в своих силах, уверенности в партнерах и в команде. Конечно, мы будем завтра настраиваться на игру с тем, чтобы показать и хорошее взаимодействие, ну и показать результат. Parasti pirms vēl treniņš bija, atbraucām paslīties laukumu, sajust varbūt paslīties kādos bučos labāk spēlēt, arī sajust laukumu izmērs, un neko tādu īpaši, protams, ka neuztrenēsim par šito treniņu, tāpēc ceļ atiet, mazliet izskrieties un pierast pie laukuma. Nu, rīt, protams, pēdējā spēle pirms septembra uz mačiem, tā kā pēdējais mačs, ko pārbaudīties, trenerim pārbaudīt kaut kādu, nezinu, taktiku spēlētājus un vispārējo teikt, tā teikt, pēdējā pārbauda. Diemžēl neesam tajā labākā sastāvā, bet nu, nekas tradisks, tā bieži var gadīties arī atlases ciklā. Varbūt gan traumas, gan diskvalifikācijas, tā kā nekas tāds ārkārtējs nav noticis un cenšamies par to nedomāt un gatavojamies kā parastā mačā. Diezgan daudz ir pamainījies, gan drīz būs gads, gan arī kā nebija spēlējies sanāca stāv.
diezgan daudz pamanījies, to var just, daudz jaunas sejas, dažas sejas ir pazudušas un aizgājušas, tā kā neko, cenšos iepazīties un labāk saprast, ja jaunos spēlētājs, tādēļ iepazīties, lai jau būtu labāk saprast kvalifikācijas ciklā. Bet nu, tas ir normāls process, tā vienmēr notiek, ne pirmo gadu jau, tā kā, var teikt, atkal tāda atjaunošanās procesa notiek, un atkal jauni spēlētāji nieki iekšā, un izskatās, ka diezgan labi, tā kā tas nāks tikai vēl labi izlasē. Kā tu domā, vai Aleksandrs Starkovs jau ir izvēlējies sākuma sastāvu rītdienas mačam? Es domāju, ka ir, jā, ka viņš jau ir izvēlējies, tā apmēram varēja redzēt pēc treniņa, es domāju, ka viņš apmēram jau zina, kas spēlēs, ja nekas ārkārtīgs nenotiks. Nu ko, tad novēlēsim mūsu komandai veiksmi un uzvarēt Melnkalni. Tieši tā. Paldies.